Не помню точно, но где-то примерно в 2011, наверное. Примерно. Но он это ни разу еще нигде не разошелся, не порвался, все хорошо. У него молнии расходятся, могу показать где. У него молнии расходятся, и я застежки размещаю именно таким образом, чтобы как бы нивелировать это расхождение. Нивелировать, я понял. Избежать, да, его? Ну да. Ага, если, молодец. Если в определенном месте застежки расположить. Так, я понял, хорошо. Дометай. Классно, вот теперь, пожалуйста, терминологию вспомни, нивелировать. Угу. Дарья Сергеевна, готовимся к приезду Евгения, да. Нашего брата Поповича. Вот здесь, в общем, а? Брата Поповича? Нашего брата Евгения Попова, он же Попович. Ну, что можно сказать? Можно открыть? А, конечно, вот, смотри. Там просто газ горит? Да, сейчас первый куда отправим. А, вот, чудная рыбка, все. Ну, Дарья Сергеевна вообще кудесница здесь. Все буквально из ничего, из кашу из топора. Да, кашу из топора сделала. Вот, а это мафия сидит банда. Это салат? Да. Это салат. Ладно, вот все. Надо будет помешать. Мне? Салат. Да. Сейчас я пойду руки помою. Так, и здесь все разместил, какая умница. Кашан нападает, да, Данил? Аккуратнее, он будет найти. Да, только аккуратно, Данил, подметай так, чтобы все чисто было, хорошо? Вот такой вот наш штаб, вот такой казачий. Кот Пластун, Данила Конан, Суворова Даша. И Кашан тут играет, и Кашан. И Кашан, да.